Радио «Вера» представляет. Сегодня церковь празднует день Касперовской иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Касперовская по своей иконографии схожа с иконой Божией Матери Корсунской. В Россию образ в конце 16 века привезли сербы из Трансильвании. Они получили приглашение русского правительства обосноваться в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству, пока не перешла к помещице Иулиании Иоанновне Касперовой. Она получила ее как родовую святыню в 1809 году. Образ был признан Святейшим Синодом чудотворным после целого ряда исцелений, произошедших по молитве к иконе в начале 40-х годов XIX века. Одесситы считают, что во время Крымской войны весной 1854 года Богородица по молитвам перед ее чудотворным образом спасла город. Одессу окружил британский флот, шла непрерывная бомбардировка с моря. Жители пронесли крестным ходом чудотворную икону и устроили торжественный молебен. И вскоре осада была снята. Тогда и постановили в поучение потомству событие это сделать незабвенным и праздновать ежегодно. С 1936 года Касперовский образ Богородицы хранится в Одесском кафедральном Успенском соборе. Чествуя Касперовскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас –